Ребята, здорово всем! Вы на канале S Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Call of Duty Ghosts, призраки. Ну что ж, у нас вторая миссия. Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Вражеский патруль Запада. В бой не вступать. Так, вижу. Пусть подойдут. Приготовиться. Вперед. Так, нажмите Q, чтобы атаковать. А мы что, за собаку играем? Уберите! Снял. Чисто. Третья группа в 30 километрах. Нужно смотреть в оба, могут быть и другие. Окей. Значит... Объединиться с разведотрядом. Нейтральная зона. 7 июня. Южная демилитаризованная зона Калифорнии. Сохранение. А мы здесь уже были, кстати, да? Точнее, его остатки. Ладно, пора двигаться дальше. Этот чувак очень страшно похож на капитана Прайса. Так. И мы дома, да? Эй, ты смотри. Ха. Никогда не думал, что опять ее увижу. Ружье. Что пора шевелиться. Ох ты. Вот это панорама. Ты что ж, совсем все забыл, а? Черт, это место догоняет. Блин. Это называется постапокалиптическая живопись, да, блин? Живописно. Постапокалиптический, ну, знаете как, постапокалиптический сна. Вот сказал, да? Ой, бля. Да, впечатляет. Хорошо. Райля. Так, как это сделать мне? Подойти к ним нужно. Алло. Мы управляем собакой, да? Все. Один есть. А куда идет второй? Может, я возьму. Ладно, Логан. Пусть Райли обыщет дома. Вдруг кто-то остался, мол ли. Вижу врагов. Вижу снайпера на балконе. Он мой. Давай, сними его. Отлично. Хороший мальчик, Райли. Идем. Очень хорошо. Главное не спалить себя. Вот. Ой, бля. Ёкарё макарёк, а. Ах ты, сукин сын. Все. Здесь снайпер. Подожди, может вместо этого взять. Нажмите Q, чтобы атаковать собаки. Хорошо.
Ралли не готов. Обожаю работу со снайпером. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Вовремя сел, называется. Я попал в него, интересно? Нет. Хорошо. Сменю-ка оружие. Гранатами воспользоваться. Сдох, хорошо. Заходим. Не знаю, почему эта игрушка не понравилась многим. Очень даже клевая игра. Вот иногда игроки сами не знают, чего хотят вообще. В Call of Duty GOS только вот такие спецоперации, без войнушек открытых. Тихо. Окей. Например, Modern Warfare, кому нравилось играть только за САС, без войнушек там... Только Call of Duty Ghost это самое то. Так. Нам сюда, да? Ох, какой склон. Что-то мне эти места не нравятся. Вроде бы никого нет. Вижу. Блин. Техника не то слово. Бронетранспортеры и танки, да? Вижу. Ну что предлагаете? Так, приказ дал. Хороший мальчик, Райли. Здесь. И давай за мной. Нужно быть в стелсе. Действовать шустро. Вот бы я их снял, а. Ну что предлагается, подключаться к собаке? Ага. Погнали. Слушаюсь. Тихо.
Вроде потеряли из вида. Он действует в стелсе. Так. Тихо и аккуратно. Блин, ну здесь целая армия, дивизия, не знаю. Ёпташ. А может как-то это место пройти по-другому? Так. Хорошо. Так, мы сейчас в пути. Нужно быть очень аккуратным. Не высовывайтесь, вас обнаружил один из охранников. Ох, блять. Замочили. Ладно. Может каким-то проходным путем что ли идти, я не знаю. Так. Этот момент нужно просто переждать. Пока они как-то, не знаю, разойдутся, что ли. Цель вне пределов досягаемости. Ты еще, блин, под машину залезь или что это такое? Под чем я стою? Ну, давайте, ребята, сваливать уже. Задолбали. Тихо. Вижу новые цели. Ну что, на португальском ебашут, что ли? Так. И вроде бы я не заметен. Не замечают я. Среди кустов. Так, к сожалению, сюда я не могу. Парень на трейлере, видишь его? Укрупный масштаб, посмотрим, что там. Как это сделать? Ага, на Е. А это кто? Увидел. Я тебе ничего не скажу. Ну что ж, это очень плохо. Неужели ты думал, что со мной будет так просто? О, нет. Нам с тобой еще многое нужно наверстать. Всех перебросить на базу Чарли. Ты сукин сын, конечно, а? Выхода.
Побежали, а? Хорошо. Ловец 6, мы сейчас движемся к вам. Не начинайте вечеринку без нас. Райли, потише! Чего хочет этот пес? Райли, рядом! Да, вроде бы ничего не хочет. Спокойно. Что-то здесь не так. Интересно. Мальчик, что случилось? Ух ты! Собака! Ой, бля! Откуда эти волки взялись? Все. Блин. Ой-ой-ой. Патроны-то закончились. Ох ты. А кто ты, парень? Мэрик. Заблудились? Никак нет. Мы искали вас, капитан Мэрик. А, Мэрик Каган. Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться с нами, но слушаешься меня во всем. Это ясно? Да, сэр. Понятно. Значит, у нас новый командующий Мэрик. Его ассистент Каган. Наверное, ассистент, я наугад сказал. Что ж, господа, пройдемте. Все в дерьме, конечно. Парочка отбилась. Может, плохо кончится. Ой, бля. Да ладно. Хорошо, что у меня снайпер. Так. Вроде бы чисто. Вроде Б. А это что такое? Значок Федерации. Это что, линкор, что ли, или катер? Кто же сказал линкор? Откуда в этой заднице линкор, да? Так. Выжил, да, сука? Там еще одного я видел, вроде. Враг уничтожен. Цели открыты. Так, Мэрик. Ага. Ух ты. Тихо, 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 блин, мясорубка чертова. Окей. Вроде бы нормас. Фиган, займи позицию. Мы двинемся к стадиону. Аякс долго. Ладно. И чё? Всё, что ли? Они вылезли как из-под земли и растворились в воздухе.
Они сделали себе репутацию за пределами стены. Она расползлась по нейтральной зоне, словно облако страха. Оружие покруче меди и стали. Мэрик и Киган. Это о них говорил отец. Призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Они направлялись в Сан-Диего, на территорию Федерации, чтобы найти своего человека, Аякса. Призраки. Раньше они нам только снились. А теперь мы собираемся вступить в их ряды. Да. Так, это жизнь, детка. Павший. 7 июня. Оккупированный Сан-Диего, Калифорния. Надо найти Аякса. Есть. Прямо по курсу. Приблизить. Вон там. Приблизь. Это он. Наш парень. Ах вы, суки, а? Бьете Алекса? Алекса тоже сказала. Алекса. Аякс. Его переводят. Надо уходить. Мы входим. Нас прикроют. По-твоему, зачем ты здесь? Угу, понятно. Что? Конвой подходит. Хватай гранатомет. Цельтесь. Взял. Надо вызвать детонатор. Заминировать колонну. Что-то я не вижу колонну. С какой стороны? Ага. Попадание. Застряло. Конвой прошел. Идем. Так. Пора загружаться. Я бы снайперка. Смотри и учись. Чё, погнали? Аякса переводят в другое место. Смотрим и учимся. Атакуем на аэродроме. Спасти Аякса. Наша задача. Готов. Вторжение, детка. Ой, бля. Прям вовнутрь. Так. Для меня здесь сюрприз, да? Взял снайперку. Приказ дал. Хорошо. Это какое нахер подкрепление? Очень аккуратным. Быстрее, пока враг не подоспел. Ой, бля, прости, блин. Экипировка такая, блин, прям похожа. Перезарядка.
Так. Все, приказ собаке дал. Вперед, Аякс долго не протянет. Ну что, нам наверх, да, наверное? Да, собака знает, куда идет. Аякс должен быть здесь. Будьте готовы. Ну что, ребята, я всегда готов. Аякс, слышу голоса. Быть. Наверное, они здесь. Снайперский прицел. Сигнал, твой выстрел. Ждем тебя. Я не вижу их. Стреляй. А, мне просто стрелять нужно. Ну все, вроде. Не знаю, где он. Райли взял след. Вперед. Ну-ну. Так им нужно, блин. Террориста нахер. Ну, только этого не хватало. Давайте подключимся. Там еще что-то было. Все, что ли? Все чисто. Все. Следите за Райли, он приведет нас к Аяксу. Давай, собачка, дорогая наша. Пошли. Обожаю вот этих западноевропейских овчарок, они очень красивые. Примерно с десяток. У нас нет времени. Надевайте противогазы. Так, что за противогазы? А. Ну что? Пускайте туда газ. Больше газов. Ой, это нож. Так. Райли снова взял след. Ну что, давай, Райли, приведи нас. Должно быть мудрый. Наверное, сюда, да, скорее. Что-то я пройти не могу. А, сюда, блин. А, ну я уже нашел, вот он. Здесь нельзя... А, я типа после себя должен был пройти. Понятно.
Так, вот как нужно действовать по-профессиональному. А я сразу, блин, стреляю в панику. Вот что значит опытный боец, Кейган, блин. Давай, замедленный кадр. 100%. Все. А вот Аякс. Он жив, наверное. Да, жив. Плохо. Вот зараза. Держитесь там, Аякс. Держитесь. Рорк. Это был Рорк. Его Рорк. Цель. Смотрите на стену. Ну, держись, Аякс. Ну, пустим. Он умер. Умер, блин. Опоздали мы, ребята. Мэри, ты тоже глянь. Кто бы этот Рорк не был, да, он находится на призраков. Нет времени объяснять. Они заходят, пошли быстро. Кейган, приведи его. Уходим быстро. Покиньте вражескую базу. Все молодцы, но теперь нам надо в Лос-Анджелес. Быстро. Осторожно, отбой! Логан, проряди их из снайперки. Слушаюсь. Так, защищаю. Мы на месте, спасибо. Взлетаем. Окей. Чё? Ой, бля, что за херь? Ну хера? Гранату еще кинули, блин. Эндер, это Лиген. Мы захватили вертушку и возвращаемся на базу с южной стороны стены. Как слышите? Вы меня слышите? Видно, что дивизия здесь вне зоны действия. Ну, походу же все. Отдалились. Да. Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. Мы вели бой с Федерацией, и вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то, в гуще этого побоища, был наш отец. Нужно было его найти. Так. Ну что ж, ребята, продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь. С вами был Рауль, вы были на канале Эс Гейм Стрит. Всем удачи, всем пока.